За что задержан? Задержан по подозрению в мошенничестве. Целая детективная история развернулась в Соликамске. Пенсионерке позвонил мужчина, представился следователем по делу ее дочери. Якобы девушка стала виновницей ДТП, но дело можно замять за 100 тысяч рублей. Женщина сразу поняла, что разговаривает с мошенником, но решила подыграть ему и ответила, что готова передать 100 тысяч рублей. Сама в это время попросила соседку сообщить в полицию. Полицейскими был задержан гражданин 1984 года рождения. Позже сотрудникам удалось задержать еще одного мужчину 1977 года. Полицейские подозревают обоих жителей Соликамска в совершении 7 эпизодов преступной деятельности с причиненным ущербом более 1 миллиона рублей. При этом следователи проверяют фигурантов на причастность к совершению других преступлений. Добавим, если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам 02 757 27 607 62.